Всем привет! У нас сегодня очень дождливый день, как, в принципе, и предыдущие несколько. Что мы делаем, когда у нас дождик, особенно если это выходной, и Максимка дома? Мы ездим за покупками, он у меня идеальный помощник. И так разберем, что же мы купили. Мы скупились в Евроспине на 30 евро с копейками. 31 или 32 евро? 31 вроде бы. И купили еще отдельно фрукту. Ну, фрукту потом отдельно покажу, на 20 евро. Итак, в этот раз мы купили 6 баночек творожка, купили 2 пачки сосисок с сыром внутри. Это чисто деткам, что приготовлю. Вот такая панчетта у нас уже есть в холодильнике, но быстро заканчивается, поэтому пока она по скидкам, я ее взяла. Еще пачечки 2. Дальше. Яйца 2 упаковки, потому что у нас скоро морозы, и возможно снег, и возможно мне никуда не удастся выехать с горы нашей. 2 пачки морковки, потому что мы в последнее время очень много ее кушаем. Сметанка. Я взяла 3 пачки, потому что у нас быстро заканчивается. Мы некоторые блюда со сметанкой такой делаем. Но она, правда, не очень вкусная, она сладкая больше, но добавил соли и прекрасно. Взяла такие сырочки с пармезаном, с пармиджану. Очень классные, можно их добавлять в макарончики. Будет очень вкусно, макароны с сыром. Взяла вот такое масло. Как мы обычно покупаем? Мы с мужем всегда смотрим на цену за килограмм. И вот такие вот маленькие были дешевле, чем то дешевое, большое, что мы обычно берем. Мы обычно берем большую пачку, вот такую вот. Она очень большая, но стоит что-то где-то 7 евро за килограмм, наверное. А вот эти были 6,30 за килограмм. Я взяла несколько, они удобные, маленькие. Я закину 3 в морозилку и буду потихонечку доставать. Так у нас масло все время будет. Так вот мы с мужем скупляемся всегда. Смотрим на цену за килограмм и сравниваем. Потому что иногда размер продукта не совпадает. И цена, естественно, не поймешь какая. Дальше купила много вкусняшек. Вот такую вот купила. Купила девчонкам, чтобы они тихо себя вели в процессе, вот такие. Вот они 49, по-моему, стоили центов. Купила нам всем вот такое вот, тоже евро стоил. Вот такой сушеные миртили, я не знаю даже. Ну, в общем, ягода такая сушеная. Она стоила около евро тоже. Взяла вот такой вот крем, крем-суп. Его варишь, добавляешь к макарончикам, каше. Не знаю, там еще с чем-нибудь. И очень-очень вкусный супик получается. Мы пробовали с девчонками, нам понравилось. Тоже кускус в нем растворил и супер. Взяла кубики, потому что закончились. Я иногда ложу их. Еще была вот такая вот пачка тоже по евро, таких вот небольших. Но мы по дороге съели, чтобы не шуметь. Так, взяли вот такое печенье. Оно очень дешевое, около евро с чем-то за килограмм. Взяли папе хлебчики. Он просил другие, но других у меня там не нашлось. Очень мало всего в магазине было в этот раз. Так, наша любимая туалетная бумага. Она может чуть-чуть дороже, но ее получается очень много. И она очень хорошо долго держится. Ее потихоньку используется. Давно мы не брали девчонкам вот такие шарики. А в этот раз они были по скидкам. По евро 49, по-моему. Вот, взяла сразу 2 пачки, потому что мы очень быстро их используем. Ну, а теперь фрукты, овощи. Мы специально заезжаем в другой магазин по дороге домой. По-моему, он называется Эте. Вот, чтобы купить там чисто фрукты. Мы там больше ничего не берем, потому что магазин сам по себе очень дорогой. Итак, цветная капуста. Плюс вот такая вот странная капуста. Такую еще не пробовала. Она обычно в серединке ее, ну, как она... Она очень такая, широкое расстояние между листиками, ее получается не так много. На салат не пойдет, но потушить, наверное, получится. Дальше тут зелени накидали, петрушка и базилик. Дальше килограмм кабачков, по-моему, да, килограмм кабачков или 2. По-моему, они мне 2 накидали. Надо глянуть, сколько тут. Ого, да, 2 килограмма. 3 килограмма кабачков. Я им сказала 1 килограмм, они мне 3. Ну да ладно, скушаем. Итак, бананчики. Бананы еще зеленые продаются только. Даже если у них чуть-чуть с желтинкой, они еще не дозревшие. Их надо вылеживать в пакете в темном месте. Ну и 5 килограмм яблок. Вот, тут мы уже дорвались тоже. 6 евро за это все.
Итак, за всю эту фрукту мы заплатили 21 евро. Вот. Надеюсь, не лопнем. Чуть не забыла за еще один пакетик. Фух, я сейчас испугалась. У нас же было еще. Вот. Еще 5 головок брокколи. Сказали, если берете 5, то вы заплатите всего 2 евро. То есть получается дешевле, чем платить за 1-2 головки. Вот. Поэтому вот бананы, яблоки, капусты разные, брокколи и кабачки. Вот это все мы заплатили 20 евро. С копейками.